Площадь Южного Молла накануне разукрасилась в яркие цвета – белый, синий и красный – цвета главного символа нашей страны – флага. Площадь украсили многочисленные полотнища в цветах триколора и воздушные шары. Сюда вечером пришли сотни горожан, чтобы всем вместе отметить важный для каждого патриота праздник – День российского флага. Сочинцев и гостей курорта поприветствовал глава города Анатолий Пахомов. Под этим флагом наш город подарил миру великий праздник спорта – зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Под этим флагом мы делаем новые уверенные шаги вперед, строим достойное будущее для нашего города, нашего края. Уже по традиции, во время празднования главных государственных праздников Анатолий Пахомов самым активным юным сочинцам прямо на сцене вручает паспорта гражданина Российской Федерации. Главный документ в жизни каждого россиянина. Когда ты гражданин, это в первую очередь ответственность за свою страну. Ну а так надо как бы учиться хорошо, заниматься спортом, и все будет хорошо. Радость, счастье. Я даже не ожидала, что я буду получать паспорт от мэра. Символ нашего отечества – флаг – объединяет в России всех, вне зависимости от веры и национальности. Это символ единства. На городском празднике звучали патриотические песни, свои работы представили народные умельцы курорта здесь же, на специализированной ярмарке. Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания «ФКТ».